помнили о нас весь год. Напоминаем, 7 октября Москва, 8 Питер. Презентация нового альбома группы «Тройнет Карьялари». Вот. Сразу после концерта все дико ловимся наверх. Там продаются наши футболки, стринги и различные всякие красивые предметы. И также там варят наивкуснейшее кофе, друзья. Вот здесь прямо под фонариками. Обращайтесь к Добреру, и будет наивкуснейший кофе и наимоднейшие футболки от «Тройнет Ель». А у нас, друзья, самая шебутная песня сегодняшняя. Мы хотели бы охрану попросить, чтобы вот буквально был шаг 22 метра, да, чтобы люди могли, кто хочет послымиться, вылезти на сцену и прыгнуть в зал. Вот только 2 метра вот здесь, хорошо? Только за мониторы. Нельзя, да? Нельзя? Хорошо. Ну, значит, веселимся как можем. Что совой пей, что плевом сову. Это последняя песня, друзья. Спасибо! «Шоколадная фабрика». Итак, друзья, отсчитываем 5 секунд до конца нашего выступления и 5 секунд до того, как все дико ломанемся приобрести чашечку наивкуснейшего кофе от Добрера, который вот на третьем этаже наверху. Ну и, естественно, прикупить мегамощного мерча от группы «Тройнет Ель». Считаем 5 секунд. Спасибо!